Спускаемся, и солнышко, да. И вот сейчас Фабио будет снова вам делать видео. Вот еще раз покажу вот это поле вот этих ненормальных вещей, да, которых не очень было видно. Вот посмотрите, посмотрите, какой тоже вот эта вибрация. Это просто невероятно вообще. Там напротив. Вот, этот телефон будет трястись, потому что тот у меня вообще все на нуле. Вот, поэтому уж терпите. А посмотрите, 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 посмотрите. Да, вообще, посмотрите. Просто. Посмотрите, как вообще. Просто вибрация. Невероятная вибрация. И вот еще штука эта. Он зевает, блин. Окей, все, идем, идем. И он снимает. Я пока буду молчать, потому что, ну, он будет снимать. Все, идем, идем. Потому что мы хотели, решили поснимать снова, потому что, когда поднимались, был туман. А сейчас солнышко. Поэтому смотрите еще раз, как красиво. И тут будет всякий еще домик, сейчас мы ее покажем, который из стены растет. Вот. Там внизу тоже, внизу, где этот, там какие-то подземные тоже вот, туннели, не знаю. Короче, в общем, он снимает, а я иду. Больше нет это тумана. Смотрите, тоже все чугунно, и вот идет вот туда, вот куда-то, ну, вот с этой, с нашей, с этим песней, смотрите, какой. Вот, а, кстати, на конце, а видишь, только до финиши, сай коза, че, ну, миллиард, не че, миляя, о, со, чертиная, но со, дефили. То есть вот это все состоит из сотен нитей чугунных, представляете, это просто невероятно вообще. Слышите музыку ветра? Вот эта музыка ветра, она с утра меня уже преследует. Может, сразу спускаться туда. Чугуны, чугуны. И гизу, гизу. Покажи. Смотрите, гиза. Смотрите, как она сливается, да? В общем, невероятное путешествие, невероятное. Я вообще просто шабертон, это, конечно.
вот видите, вот, вот он начинает там. И так вот, если посмотреть, там просто немерено вот этих нитей. Вот, давай видео рекомендую сюда. Браво, молодец, видите, он показывает. Смотри, я антикл есть, давай видео рекомендую. Гладу, гладу. Кости. Ну, кости, кости. Кости и чилиндры. Ладно, ладно, сотто, сотто чилиндры. Чилиндры, чилиндры. Это то, это прежу чилиндры. Хорошего оператора нужно самой делать, называется. Судя чем, да. Браво операторы, Дэвид Ту, Афарнашеры. Вот домик, пойди бери домик. Смотри, да, умка. Да я хочу видеть, что дома кожа. Вени, вени, натиму, натиму. Вот чугун, чугун везде, да. Три секунды, я хочу видеть соло, которое крыши дала Дальмуру. Вот посмотрите, откуда он идет, да, посмотрите. Вот просто посмотрите, да. Вот, ни из чего, да, видите. Люди построили, сейчас там какой-нибудь напишет, ой, тут люди построили, да. Иди ты со своими людьми, куда хочешь. Вот, посмотрите. Questo sono due ciu... Quelle due? Ma camminano così male? Cioè... Presente. Eh? Non c'è qua. Non vi poni, da noi, non vi ho показato, che sono le стены растут. Vedi, 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 le стены растут. Non mi нравится, нравится. Меня не нравится. Ой, еще знаете, я нашла камень, там просто вообще невероятный. Мы его оставили, чтобы потом забрать. Сейчас мы его заберем. Он вам так покажет, а я его дома потом рассмотрю. Сделаем стримочек на эту тему. Это насчет этого камня. Он очень странный. Вот, видите, грибы, да? Видите, какие грибы? Ставит РБ на грибы. Калифунги. Фермати дать ему. Видите, да? Что творится? В тумане этого не видно было. Сейчас уже так плохо видно. Прямая Ромелия, пожалуйста. А, Казетта! Ну, Струсассо! Слышите, меня преследует эта, блин, пчела. К сожалению, в общем, у меня была полная память, и мне пришлось сейчас удалять видео. То есть у меня не записался целый кусок. Вот домик этот не записался. Я просто хотела очень хорошо показать, как он стены растет. Ну ладно, хрен с ним. Главное, вот эти вот, вот это вот, грибы, вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот пельмени, да, мы сняли, и то хорошо. Вот. В общем, я хотела вам показать камень, и он не записался. Чао. Ой, дюбу-дюбу-дюбу-дюбу. Ой, какая девочка-то. Ой, ну, что, фемина? Машки, о, кази, белла, гварда, гварда, амуаре, макай, браво. Вот это да, на 3000, представляете, забирается масенький. Амуаре. Карине. Какая прелесть. Короче, в общем, фанни дерединова сасо. Мы сейчас... Вабейны, вабейны, окей. Окей, окей. У меня просто, я просто этот, здесь оставляла камень. Да около две меня, две, около меня две осы. Дуэ, дуэ. Ну, вабейны, окей, окей. Короче, у меня есть камень, я вот его сейчас взяла, мы сделали видео немножко, он там с рисунками. Но потом я специально его рассмотрю. Вот, сейчас не будем ничего делать, ладно, все. Камень у меня... Короче, как сказать, в рюкзаке. Сейчас он почему-то померк. Не такое утром, он был вообще очень, с очень яркими рисунками. А сейчас так себе, не очень. Фу. Короче, видите, это жижевые пчелки меня атакуют. Ладно, все, идем, идем, идем.
если тут уже. Сейчас все будет нормально. Покорилась, и это не просто 3000, это шар картон, не вообще невероятно. А как я шла, ужас, ужас. Три раза, два или три раза хотела вернуться обратно, но, блин, характер все-таки нет, думаю. Враги будут только рады, хлопать в ладоши.